Многоликая акварель. Выставка с таким лиричным названием открылась в Зале искусств Маяковки. Акварель в изобразительном искусстве занимает особое место. Она – предвестник многообразных форм живописи, стилей и направлений. В экспозиции представлены натюрморты и пейзажи. Поразительная работа с цветом. Каждая картина художницы Елены Сильченковой хранит свое настроение и погружает зрителя в особый мир. Богатая и многоликая акварельная живопись позволяет оценить уровень мастерства художника. И кажущаяся простота и легкость, с какой Надежда Сильченкова создает картины в этой технике, обманчива. Ведь акварелист должен обладать и развитым чувством цвета, и знать возможности различных сортов бумаги и особенности акварельных красок. И акварельная живопись требует мастерства владения кистью. Автор выставки Надежда Сильченкова с 2019 года, член клуба «Арт-Позитив». Также с 2020 года она состоит в городском объединении «Художники Сарова». Ее работы не раз выставлялись на площадках нашего города и далеко за его пределами. Так, с творчеством художницы познакомились в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Первомайске, Москве и Петербурге. Но в стенах библиотеки Надежда Ивановна представляет свои работы впервые. Познакомиться с работами Надежды Сильченковой вы можете в часы работы библиотеки имени Маяковского в Зале искусства. Приходите и насладитесь творчеством этого замечательного художника. Своими впечатлениями от увиденного можно будет поделиться в книге отзывов без возрастных ограничений. Анна Перепец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.